Всем привет, гости и подписчики моего канала. Все мы хотим вырастить хороший урожай огурцов с ровненькими и красивыми огурцами, но не всегда это получается. У многих огурцы начинают загинаться и расти крючком. Вот посмотрите, какие огурцы растут у соседа. Все деформированные и вялые. Что же делать в таком случае, если огурцы плохо плодоносят, желтеют и имеют вот такую скрученную форму? На это есть ряд проблем, которые могут на это повлиять. Основные из них это нехватка удобрений, недостаточная освещенность, недостаточный полив и низкая температура воздуха. Также еще, конечно, могут быть такие сорта, которые больше подвержены этой проблеме. Для правильного формирования и роста огурцов необходим калий, которого, как правило, может не хватать кустам, из-за чего чаще всего и огурцы начинают деформироваться. Что же можно предпринять для того, чтобы исключить проблему нехватки питания? Конечно же, нужно дать калий, лучше всего растворимой быстродействующей форме. А для этого понадобится монокалий-фосфат. На 10 литров воды нужно развести 10 грамм, то есть половину этого пакетика. Он отлично растворяется в воде и быстро усваивается растениями. Этим раствором можно опрыскивать по листу, а также поливать под корень, предварительно увлажнив землю. Такую подкормку для избежания деформации и для увеличения урожая достаточно делать раз в 2 недели в период плодоношения. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.